Алло, все, привет все. Теперь все у нас нормально. Сейчас я над музычку убавлюсь. Итак, вот. Как вы видите, это срак. Секунду. Просто одну информацию мне сказали очень плохую. Что будем показывать? На этом сроке есть, ну, может быть, не эксклюзивная система, но есть эксклюзивная система, есть коины. Сейчас мы до них доедем и покажем. А, сейчас доедем, ждите. Просто одну информацию плохую сказали, но стрим. Классночком залагал, ну пиздец. Сейчас я отойду по. Она не старуха. Как говорят, что у меня с игрой. Она меня, короче, кикнула. Сейчас я перезайду. Ждем с. Что? Стрим это происходит у нас. Говно, да. Угу. Да ладно, раз будет лучше. Сейчас я зайду. Ждите. До меня должна быстро зайти. Все, здорово, все мои подписчики, сейчас мы заходим, все будет нормально. Просто случайно вылетело.
что-то лайкнул. Че, что-то смотрит. Сорян за уведомление, сейчас включу, ну, бавлю. Сейчас скоро зайдем, зайдем. У меня за стримом, потому что интернет подлагивает, еще добавка из телефона, сижу сейчас, скоро все будет нормально. Да, можно. Давай заходи на широк играть вместе с нами. Я сейчас слышу посторонние звуки, то сорян. Майров, давай заходи на сервак, ссылка в описании есть, все. Офигенный сервак, ну, только открылось, то ладно. Поиграете там. Известнее будем. Так, вот все, мы зашли. У меня опять ТП-ход, как всегда, ну ладно. О, второй два чувака смотрят. Давайте заходите этот. На сервак. Офигенный сервак. Ну, онлайн там мало, но скоро будет все нормально. Да и нет. А, да, сейчас поставлю. У меня просто разрешение-то другое чутка. На экран-то. Я и забыл поменять.
Мне, чтобы изменить разрешение, нужно отключить стрим. Вот, а сейчас котик-то тоже смотрит. А сейчас два чувака уже смотрят. Ты еще какой-то другой. Тогда, ладно. Следующий стрим, короче, пацаны, следующий стрим будет все нормально. Что я сделаю? Пацан, который пришел, напиши в плюс чат. И, короче, давай заходи на сервак. IP в описании. Сервак прикольный, хороший. Сейчас я чип поставлю на машину. И будем показывать системы, тюнинги, например. И так далее. То, что пока что есть. Что я сделал? Все нормально, посмотри на стриме. Или не? Нет. Сейчас я еще попробую починить, но не обещаю, потому что прям вот не такой прям хороший свойство. Покажу, короче, микрофон убавлю, потому что мама по телефону говорит.
проблемы, я, короче, что исправлю. Че, который сейчас смотрит этот дебильный стрим, который скоро будет, скоро нормальный. Будет все хорошо у нас. Все, поехали, систему вам покажу, так крайне, плохой стримак, ладно, что поделать-то. Сейчас я... Не, все нормально. Короче, сейчас я вам покажу, систему офигенную. Это все-таки система коинов. Я не знаю, может быть, на официальной CCD есть она или нет, Скоро тут будет, как говорится, основатель, будет делать все свое, фичи и так далее. И так просто чутка сделано по CCD. Вот. Ферма, мы должны сюда вставать. Типа покупать стоимость 1,5 миллиона, но у нас... А у нас там бонус 35 миллионов. Ставим сюда, тут цена дорогая, но скоро это все изменится. Должно быть. Я попрошу, чтобы цены убрали. Это слишком дорогая. Например, вот один коин стоит 1 миллион. А если мы купим вот за 100 миллионов, за 10 часов вы уже купитесь. Это же выгодно, можно сказать. Просто пошел спать, проснулся и все, у тебя есть денежки. Поехали посмотрим, тачки, так далее. О, админ. Салам. Так, поехали в тачку посмотрим, в элитный салон. Пошлите посмотрим автопарк. Это как вы видите, главный администратор. Например, Бугатти есть, Вулкан, Хавай Спорт. Я все тачки покажу. Значит, например, купим сейчас отличный школьную тачку. Или вот сейчас подберем, что вот прям чуник прочекать, потому что тогда на них будет чуник. Давайте. Вот это мне понравилось. Как говорила Бержини, она желтая, да? Номер 3 7. Алло. Алло, да. Да. Чё, откуда? Ты не мне писал? Что я писал? Про номера, там что ты написал, капсом откуда.
нет, я написал. Это. Можешь демонстрацию включить? А, сейчас врублю. Так. Бля, у меня ничего тут не врубается. А, короче, сейчас сделаю тебе ОБС. Сам. А, смотри, видишь у тебя? А что у тебя два? Чё по-другому? Ладно. Да нет, смотри, видишь, где написано стрим? Там да. Есть нет, захват игры, захват игры. Ну да, вот. Правую кнопку можешь нажми. Ой, да, правую. А, и видишь, трансформировать? Да-да-да. Ну там он, короче. Вот. Ну вот сейчас. Да блин, не туда, что ты мало смотришь. Чего? Калдин, как какой у тебя будет онлайн-то на сюрате?